уже целое падение на наше пристанище мы видим. Сейчас максимум бойцов сгруппировалось в одном конкретном углу нашего пристанища. В данный момент бойцы круга, но не будем на всякий случай это комментировать, но одна команда в приоритете по количеству оставшихся бойцов на пристанище. И да. Счетом 2-0 по раундам. Победа команды клуба «Князь».